Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Мы не всех их еще нашли и знаем их имена. Горожане отметили день неизвестного солдата. По возможности мы всегда вам поможем, подскажем. О жизни людей с ограниченными возможностями. И сзади то же самое. Профилактическое мероприятие «Чистый знак». Разрешите поздравить всех присутствующих матерей с праздником. День матери в Центральной библиотеке Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. Губернатор Смоленской области Алексей Островский побывал на церемонии оглашения послания президента России Федеральному собранию, которое состоялось в Георгиевском зале Кремля 1 декабря. Владимир Путин отметил, что в целом по стране наблюдается небольшой экономический рост. В 2017 году в регионы направят на благоустройство 20 миллиардов рублей. Депутаты Смоленской областной думы приняли бюджет в первом чтении. Его формирование проходит под жестким контролем Минфина, который требует от регионов сокращения необеспеченных собственными доходами социальных обязательств. Кроме того, областная администрация устанавливает мораторий на увеличение численности государственных и муниципальных служащих. Расходы на содержание чиновничьего аппарата сократятся на 8%. 3 декабря Россия отмечает памятную дату – День неизвестного солдата. Накануне и десногорцы отдали дань памяти защитникам Отечества, пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов. «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» написано на плитах мемориала у Кремлевской стены, где 3 декабря 1966 года был торжественно захоронен прах неизвестного солдата, погибшего в битве за Москву. Эти слова стали клятвой всего нашего народа вечно передавать из поколения в поколение светлую память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. 2 декабря в Десногорске руководство города, представители предприятий, общественных организаций и молодежь пришли на курган славы, чтобы возложить венки и цветы в память о героях. Очень важно их не только помнить, очень важно о них говорить и очень важно распространять это знание и поведение, и отношение к этому на наше подрастающее поколение, поскольку наша история, наша гордость и наш внутренний патриотизм – это как раз тот единый стержень, вокруг которого сегодня наша страна может объединиться, должна объединиться. Смоленская земля за годы войн обильно полита кровью солдат. Она до сих пор хранит останки воинов, павших в борьбе за Великую Победу. Несмотря на огромную поисковую работу, судьба еще многих защитников остается неизвестной. Вернуть героям их славные имена – одна из главных задач государства и общества. Крайне важно сберечь суровую правду о самой страшной войне 1941-1945 годов. Помнить о подвиге патриотов, спасших не только нашу страну, но и народы Европы от фашизма. Не все люди задумываются о том, что они кому-то обязаны своей мирной жизнью. И мы должны это помнить и чтить, и передавать своим будущим поколениям память о них. Они воевали за наше будущее, за нашу страну. И поэтому это очень правильно, то, что сейчас есть такой еще день, когда мы можем вспомнить и почтить их память. Вечная память погибшим на полях сражений. Вечная слава героям. 6 предприятий Смоленщины имеют задолженности по зарплате. Сложившаяся ситуация находится под постоянным контролем администрации области. По поручению губернатора Алексея Островского организована горячая линия для оперативного выявления задолженности. Грузоперевозчиков, не зарегистрированных в системе «Платон», Ространснадзор наказывает рублем. Камера фиксирует перевозчиков, которые выезжают на магистрали без обязательного внесения платы через государственную систему. Их задерживают и штрафуют. В первый раз 5000 рублей, за повторное нарушение в два раза больше. В уходящем году недобросовестных владельцев многотонных фур оштрафовали на 33 миллиона рублей. Более 20 лет 3 декабря отмечают Международный день инвалидов. В Смоленской области проживает около 87 тысяч людей с ограниченными возможностями. У нас в городе их более 1000. Мы редко о них говорим, иногда забывая об их существовании. А они всей своей жизнью показывают нам пример силы духа и настойчивости в достижении целей.
Благодаря работе, проводимой в нашем городе отделом социальной защиты и общественной организации инвалидов, наши особенные десногорцы живут полноценной жизнью. У нас неоднократно проводились паралимпийские игры в городе. И очень приятно, когда наши граждане занимали там призовые места. Тем более, что всегда приезжали не только из области нашего города команды, но и эти игры считались международными, так как всегда было по несколько команд из Белоруссии. И наши люди, граждане с ограниченными возможностями, очень достойно выступали на этих различных олимпиадах. Точно так же выступают на различных областных фестивалях, что очень приятно, и занимают призовые места. Знаю, что команда играет в «Что, где, когда» в свою игру и тоже очень часто побеждает. Очень приятно, когда команду города Десногорска отмечают на высоком интеллектуальном уровне. Недавно, 29 ноября, делегация из 7 человек приняла участие в областном мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов. Большую помощь в организации поездок на фестивали, соревнования и другие мероприятия для десногорских людей с ограниченными возможностями оказывают руководители городских предприятий. Еще огромное спасибо нашему генеральному директору «Полимер» Кмите Александру Романовичу, который неоднократно уже нам помогал с транспортом. И как раз на это мероприятие оно было перенесено. В течение часа он решил эту проблему и предоставил нам транспорт. Точно так же хочется выразить большое спасибо и Лосенко Михаилу Васильевичу, который тоже очень часто оказывает помощь, в том числе и нашему совету ветеранов. В Десногорске активно работает и проект «Доступная среда». Устанавливаются пандусы, оборудуются для слабовидящих пешеходные переходы с тактильной плиткой, устанавливаются знаки на автомобильных стоянках. А в отделе социальной защиты и в обществе инвалидов каждый, кто попал в категорию людей с ограниченными возможностями, найдет помощь и поддержку. Распоряжением российского министра обороны на Смоленскую землю в Ельню вернулась мотострелковая дивизия. Она полностью укомплектована личным составом, причем более 70% – это контрактники. На месте дислокации построены и реконструированы казармы и столовые, а полностью завершить их обустройство планируется в первом полугодии 2017 года. Госавтоинспекторы Смоленщины подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход». Только за неделю по области выявлено более 1500 нарушений. 280 водителей оштрафованы за то, что не уступили дорогу пешеходам, а те, в свою очередь, довольно часто игнорируют правила перехода проезжей части. По всей Смоленщине на текущей неделе проходит операция «Чистый знак». Наша съемочная группа подежурила с инспекторами ДПС на улицах Десногорска. Подробности в нашем следующем сюжете. Как уже понятно из названия, сотрудники госавтоинспекции уделяют непосредственное внимание пресечению фактов эксплуатации транспортных средств с грязными, нечитаемыми регистрационными знаками. Выявляем данных нарушителей, ну и просим как бы либо их почистить, либо устранить неисправность на месте, чтобы проехать дальше, либо составить на них административный протокол, если не хотят или не пытаются это делать. За полчаса инспекторы остановили 3 машины с грязными регистрационными номерами. Среди них был и учебный автомобиль. Но в подавляющем большинстве у проезжающих машин номера чистые и читаемые, несмотря на непростые погодные условия. Все хорошо, повнимательнее. Дорог, счастливого пути. Напоминаем, что за управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований госстандарта регистрационными знаками водителя ждет предупреждение или штраф 500 рублей. Утром 2 декабря на трассе Десногорск-Якимовичи произошло очередное ДТП. Водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением на заснеженной дороге. Машину занесло, она пересекла встречную полосу и съехала в кювет. Транспортное средство получило технические повреждения. И по счастливой случайности никто не пострадал. Отметим, что это далеко не первая авария на этом месте за последнее время. Ответственным службам стоит обратить более пристальное внимание на данный участок дороги. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны.
К другим новостям. Смоленская военная полиция отмечает 5-летие со дня своего образования. В ее состав также вошли военная комендатура и военная автомобильная инспекция. Основные их задачи – обеспечение правопорядка и дисциплины, а также охрана объектов Вооруженных сил Российской Федерации. В читальном зале Центральной библиотеки нашего города состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери. Подробности смотрите далее. Встреча была организована по инициативе Комитета солдатских матерей нашего города и при поддержке сотрудников Центральной библиотеки. Главными героями, а точнее героинями, стали замечательные матери, воспитавшие сыновей защитников Родины. Кроме того, они еще прекрасные хозяйки и рукодельницы. Гости встречи могли полюбоваться работами мастериц на выставке рукоделия. Были на празднике и почетные гости. Чувство патриотизма для молодых людей первым прививает, конечно же, мама. Только благодаря материнскому воспитанию в семье будущие мужчины, защитники Отечества, всегда готовы постоять за свою родину, за своих матерей. Всем творческим мамам, участницам встречи, военнослужащий внутренних войск спецназа, имеющий высшую степень отличия краповый берет Денис Аверьянов, вручил цветы. Заверяю вас, что достойно поколение воспитано и получено образование в полном объеме. Поэтому можете быть уверены, что мир на небо над головой будет. Об одной гости расскажем отдельно. Это хорошо знакомая многим десногорцам ветеран Великой Отечественной войны, мама, бабушка, прабабушка, прапрабабушка Октябрина Андреевна Кононенко. Ей исполнилось 93 года. Благодарю от всей души за то, что вы здесь поздравили меня с днем рождения. Желаю всем матерям тоже крепкого здоровья, счастья, благополучия всегда во всем. На встрече звучали душевные, адресованные всем нашим дорогим мамам песни в исполнении Александра Иващенко, Валентины Рожковой, Михаила Яшина и Никиты Кукина. На память осталась общая фотография всех гостей праздника. И в заключение о спорте. В 13-й школе Смоленска прошли областные соревнования по автомоделизму среди школьников. В турнире приняли участие более 50 спортсменов из 5 команд. Состязания юных автомоделистов на Смоленщине проходят не впервые и направлены на развитие творческих способностей подрастающего поколения. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.